Ну что, друзья, наступило 1 ноября, зима надвигается, цветы мои все пропадают, засыхают, уже можно их, сказать, убирать потихонечку. Ну и посмотрим, что тут на участке делается. Здесь возле забора тоже все убрали. Рыбки уже неохотно поднимаются, ну, покормил их. Тут оставил виноград, кушаем еще потихонечку, как в огороде хожу, так и ем его. Остальное все. Поставил часть на вино, хотя сам его не пью. Ну, вот так вот выглядит участок. Рыбки стали не такие активные, стали спокойными. Голубика моя. Виноград листья сбросил, часть убрал. Голубика моя. Не вся листья еще сбросила. Вот как вы видите, спереди даров. Еще полностью с листвой. Кусты. Три куста у меня тут. А полярис и блюкроп. Можно сказать, блюкроп там крайне тоже что-то еще не скинул. Здесь почти скинули они уже все. Один куст вот этот тоже не знаю, тоже блюкроп. Но видать блюкроп от блюкропа тоже отличается. Тоже еще с листвой полностью потемнело. Ну а деревья, листья скинули. Вот, там яблоня, алыча, слива. Тут две груши такие полукарликовые. Ну, вот такое вот дело, ребята. Ну, конечно же, всем интересно, что делается у меня в теплице с огурцами. Сейчас посмотрим. Сегодня 1 ноября, температура градусов 10. Ну и теплица. Позавчера еще так 5-литровое ведерко собрал половину, ну и огурцы доходят. Все, им уже конец. В следующую неделю, наверное, я их уберу. Ну, будем ждать следующего года весны теперь опять, когда все зацветет, опять все будет зелено, опять все посадим. Ну и будет опять радовать наши глаза.